выхожу, встала и не пойму. Кругом плиточка и посередине клякса. Просто вот так, черт, асфальт. Парадоксальное благоустройство на Войковской. Неизвестные в оранжевых жилетах бодро кладут асфальт прямо на новенькую тротуарную плитку. Положили плитку хорошую, дорогую, работа сделанная. Зачем нужно было сверху ложить асфальт? Я еще думал, дураки они, что ли? В районе начали строить версии происходящего. Дошли до самых невероятных. Это сейчас была летняя коллекция плитки. Ее укрывают на зиму для того, чтобы весной снять асфальт. Лето ждать не пришлось. Свежеуложенный асфальт рабочие начали снимать уже спустя 3 часа. Под покровом ночи заработали экскаваторы. Приехали, я не знаю кто, значит, начали, соответственно, асфальт снимать. А утром неизвестные принялись демонтировать и плитку. Поэтому у нас нет безработицы. Что творится возле метро Войковская, чиновники объяснять отказываются. Официальный твит комплекса городского хозяйства только еще больше запутал тротуарный детектив. На данный момент подтопление устранено. Специалисты приступили к работам по восстановлению плиточного покрытия на прилегающей территории. Местные жители недоумевают. Выходит, плитку асфальтом подтопило? Впрочем, у этой загадочной истории есть вполне понятное объяснение. Недавно на Ленинградском шоссе заменили бордюрный камень, и он оказался выше уровня плитки. Строители, вероятно, решили пойти по пути наименьшего сопротивления и подняли уровень тротуара, закатав плитку в асфальт. Но фокус не прошел. Жители района начали жаловаться, и оплошность пришлось исправлять. А теперь нас прислали переделать за ними. Асфальт не мы ложили. Асфальт не знаю. Здесь работали подрядчики, не знаю, кто борт устанавливал. Вот они и положили. Сейчас рабочие кладут подложку, чтобы поднять тротуар до уровня бордюра. Затем вернут на место и плитку. Работы обещают завершить до конца недели. Но жители района на людей в оранжевых жилетах теперь смотрят с недоверием. А вдруг новую плитку снова подтопят?